Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с представителями разных компаний. Виолетта, представитель чайной компании, расскажите про цели вашего присутствия на мероприятии. Здравствуйте. Ну, равно как и все, мы тоже тут ищем деловых партнеров, деловые контакты. Мы третий год являемся чайными партнерами недели ритейла, и за эти три года, в общем-то, мы продуктивно попартнерились и стали, в общем-то, на полке ведущих ритейлеров нашей страны. Расскажите про конкуренцию на рынке. Вот мешает она или, возможно, способствует развитию компании? Ну, на самом деле, учитывая, что у нас на полках в сетях стоит инновационный и уникальный продукт, это чай в стиках, аналогов у нас нет, и, в общем-то, нам достаточно сложно сказать, что другие чайные компании – наши конкуренты. Ну, вот, безусловно, категория – это одна, но мы для себя нашли свою нишу, свой продукт. А в широком понимании смысла конкуренции, на мой взгляд, она только способствует развитию рынка в любом случае. И сейчас, как правильно говорят многие спикеры нынешнего мероприятия, недели 2019 года, конкуренция переходит в партнерство. Расскажите про деловую программу. Нравится вам деловая программа? Что именно нравится? Я не могу сказать, что я была на всех спикерах, но на тех, на ком успела побывать, да, мне нравится. Очень интересно, конструктивно, и в этом году очень много практических кейсов, что не может не радовать. Это очень важно. Спасибо большое. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.